В поселке Кызылсыр в Елюйского района отметили 50-летие газификации в Якутии. За полвека газифицировано порядка 100 населенных пунктов республики. К природному топливу подключены более 36 тысяч индивидуальных жилых домов. От газа вырабатывается электроэнергия, которой пользуется больше половины населения Якутии. Сегодня обеспечиваем газификацию населенных пунктов нашей республики. У нас обеспечены 100 населенных пунктов газовым отоплением индивидуальных жилых домов. И, конечно же, вот труд особо ветеранов отрасли, которые самоотверженно обеспечили ежедневный своим трудом возможность пользоваться качественными услугами, улучшать качество жизни. Мы занимаемся и продолжаем заниматься газификацией населенных пунктов. И от тех людей, которые работают в отрасли, зависит жизнь нашего населения, улучшение качества жизни. На торжественном вечере также вручили награды работникам газовой промышленности, а в поселке осветили строящийся храм. Также торжественно открыли общежитие на 14 мест для молодых специалистов.